Так, а по гражданству вы определились? Будете заявлять по гражданству? Ну да, можно желающие людей остаться. Вот здесь очень важно, чтобы, был налажен контакт с нашей миграционной службой, потому что у нас для жителей Украины предусмотрено дополнительное, более льготные условия для общения. Хотя на самом деле есть очень хороший мировой опыт, когда, например, если кубинцы вступают на территорию США, то они тут же имеют право на получение гражданства в течение суток. Вот мне кажется, может быть, подобный опыт мог быть в нашей стране. Да, потому что, наверное, все-таки 3 месяца, да, сейчас у вас срок на получение. И все-таки сбор документов достаточно большой. Вот я думаю, что мы могли бы на самом деле с такой законодательной инициативой выйти. Потому что поток у нас людей увеличивается. И действительно, нам очень важно людей не только принять. Нужно помочь в оформлении документов. Самое главное – трудоустройство, работа, размещение и так далее. Владимир Сергеевич, мы сейчас такую форму работы вводим. Уже вчера первый опыт был вот в этом учреждении, когда не люди приходят, а рабочая группа приходит сюда, представители ФМС. Ну так и надо. Да. Вот сейчас сколько времени туда, у нас реально уходит на оформление документов? Вот первые документы были поданы на упрощенное гражданство? Ну давайте, рассказывайте. Сколько у вас обращений на получение гражданства по упрощенной форме? Пока таких документов не подано, пока мы ставим миграционный учет и запускаем процедуру выдачи патентов, значит, разрешения на работу и работаем статусом представления временного убежища. Понятно. На данный момент у нас фактически согласовано 18 человек. Вот сейчас у нас закон, который предусматривает для граждан Украины льготное, укороченное срок на получение гражданства, максимальный срок 90 дней, правильно? Он пока принят, но механизм реализации нет. Это закон о носителях русского языка. Да. Мы создали комиссию, ждем указ президента. Ну, у нас жители Украины, они все, так сказать, являются носителями русского языка. Понятно. То есть пока у вас ни одного обращения по этому не было. Какие видите сложности по реализации этого закона? В законе есть одна составляющая, что нужно в состязательном порядке доказывать, что родственники по восходящей линии проживали в пределах Российской империи, СССР, но в действующих границах Российской Федерации. Понятно. Это запрашивается архивный материал. Понятно. Ну, я-то на Рамадановскую выйду. Действительно, все-таки надо мировой опыт перенимать. Тем более, что когда вопрос уже у нас не терпит отлагательств, все-таки процедура должна быть понятнее. Обратились, получили в укороченном порядке возможность на получение гражданства и дальше спокойно уже нормальная жизнь. Как-то так. Ну хорошо. Тема важная, на самом деле, тем более, что последние дни у нас количество беженцев. 66 проживает. Вот в этом учреждении, где мы находимся, проживает 27 человек. В одном из профессиональных лицеев 33. И в одной из специальных школ, коррекционных школ, также находится сейчас 6 человек. И вот двое туда сейчас направились. Люди желают остаться на территории Тульской области в Российской Федерации. Прибывают у нас из Славянска, из Краматорска, из Луганска. Те, которые находятся в этом учреждении. И следующий шаг – это мы работаем с работодателями.